те замены, которые мы планировали, они так осуществляются, потому что у нас еще объем двигательной активности идет, и мы дали возможность всем играть. И даже те, кто не доиграл, они сейчас даже работают после игры, потому что все еще, помимо всего прочего, идет набор формы и все вещи. Но полтора тайма мне наш футбол понравился. Мы играли в хороший футбол, имели моменты, имели преимущества. Не реализовали, да, потому что моментов 8 было просто хороших. А концовка пошла в авантюр, могло туда, куда хочешь качнуться. Я не могу сказать, что игра была идеальна. Полтора тайма хорошего футбола, грамотной игры, хотя 2-3 раза. Но это в каждом матче бывают такие моменты. В целом я удовлетворен качеством игры, если взять первый матч. И это здесь мы играли намного интереснее, намного продуктивнее и наиболее качественно. Так что все идет пока по плану. Последний матч вообще тяжело играть. Потом я планирую немножко по-другому его играть. Потому что мы дадим всем игровую практику. И те ребята, которые вышли на замену, они, наверное, начнут игру. Они полтора сыграют. А состав, который начинал, просто будет заканчивать эту игру. А потом еще и бегать. Поэтому здесь еще три мема, два в уме.